фокусники мирового уровня в иллюзионном шоу «За гранью». Снежный барс. Новое поступление норки и мутона. Мясо мне так хочется, сочного и много. Да, мясную ярмарку мне скорей вари. Ждать совсем недолго, а мяса в них так много. Я пельменям этим признаюсь в любви. Пельмени – мясная ярмарка. Хочется мяса и хочется быстро. Санки «Зимушка» 499 рублей. Ричмаркет, семафорная 289/6. Сергей, нужны наличные? Позвони нам в Траст, получишь кредит. Действительно легко. Звони в Траст 8 800 111 44. В магазинах «Любимые дети» действуют выгодные предложения. Теплая и модная одежда для ваших детей. «Любимые дети» – все, что нужно вашему ребенку. Краевой школьный парламент проводит акцию «Здоровье молодежи – богатство края». В городах Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Канск и Красноярск пройдут спортивные фестивали по молодежным видам спорта. Футбольный фристайл, йоинг, пинч-спиннинг, капуэйра. Самых активных участников ждут призы. Новосибирск? Почему не Красноярск? Здесь люди без метро умудряются жить счастливо. А Красноярск более яркий, открытый город. Столица Сибири – это... Красноярск. Кто станет столицей Сибири? Битва городов. Красноярск против Новосибирска. Город Прима. С 15 октября в 19:00. Ну что, погнали? Форвард! Обновленный Audi Q5 в драйв-тесте коробки передач. Победа технологий. На канале СТС Прима в субботу в 16:00. Ну что, погнали? Форвард! Обновленный Audi Q5 в драйв-тесте коробки передач. Победа технологий. На канале СТС Прима в субботу в 16:00. В Красноярске участились случаи проявления агрессии среди офисных работников. Нам плевать на твои достижения в жизни. Покажи, чего ты стоишь на ринге. Убойный проект «Офис Бокс» на 12 канале с 5 ноября. Сокровища Амазонки. Сегодня в 21:30 кино на СТС.